Посол Азербайджана в России Полат Бюльбюль-Оглы дал эксклюзивное интервью независимой газете. Дипломат рассказал об огромном желании быстрее вернуться к своим очагам и отстроить все заново. Отец Полата Бюльбюль-Оглы – известный ханандэ, оперный певец, народный артист СССР. Бюльбюль родился и вырос в городе Шуша, поэтому дипломат на всю жизнь сохранил горячую любовь к своей малой родине. Став министром культуры, он организовал в городе Шуша фольклорный фестиваль «Хары Бюльбюля», а также в доме Бюльбюля был создан музей. Сегодня все это разграблено и разрушено. Масштабы разрушений на освобожденных территориях колоссальны. Некогда цветущие, благоустроенные города напоминают города-призраки. Посол Азербайджана в России подчеркивает, что прежде всего надо остановить бессмысленные убийства мирных граждан, которые продолжаются и по сей день. Он напомнил, что в ходе Второй Карабахской войны во время бомбардировок погибло свыше 100 мирных жителей Азербайджана. Были разрушены жилые кварталы в городах Гянджа, Барда, Тертер, Нафталан и других. Но самое страшное, что и после окончания войны люди продолжают погибать, подрываясь на минах, которыми буквально усыпаны азербайджанские земли. По самым оптимистичным прогнозам специалистов, полное разминирование освобожденных земель может занять от 10 до 15 лет. Азербайджанская сторона использует самое современное оборудование, максимально оберегая своих саперов. В этой опасной работе Азербайджану помогают и российские миротворцы. К этой работе привлечены также и турецкие специалисты.